Сухое и горячее надворье позволяет аграриям поскориться. В Украине собрано больше, как 40% сбожжа нового урожая. Огульный показчик 2,5 миллиона тонн. Господарки Гомельщины собрали 245 тысяч тонн хлеба. Обмолочена треть палетков. У лидерах по темпах работ Хойницкий район. Тут убрали больше, как 67% площадей. До экватора уборки наближаются Брагинский, Гомельский и Речицкий районы. Самый важкий намолот у Речичан – 3 тысячи тонн збожжа. Тем часом у Гомельском районе сегодня ушановывали водителей, которые первыми перевезли 1000 тонн збожжа нового урожая. Тему протягнет Ганна Каральчук. Андрей Мурашкин працює у агрокомбінаті «Паўднёвий» 7 годов. И каждую уборочную кампанию заняты на отвозке збожжа с полёв на мазе грузоподымальностью 20 тонн. С початку працы молодой человек выбился у лидеры. На протягу 5 годов он становится первым водителем тысячником на своем сельгаспредприемстве. Его працовные перемоги неодноразово становились ориентиром для коллег. Тяжелый год, тяжелые погодные условия, но работаем, стараемся выполнять свою работу отлично. А как получается каждый год первым? Как получается? Просто делаем свою работу добросовестно. И все, просто работаем. Техника вроде неплохая. Питание, все, условия хорошие. Можно помыться, отдохнуть. Моральную поддержку Андрею Мурашкину оказывает сын Степан, який разом с батьком ездит у кабине могутного МАЗа. Хлопчик и его мать так само пришли на урочистое шанование мужа и батьки, який сёлета перевез 1000 тонн збожжа и 700 тонн рапсу. Свои дипломы и подарунки за перемогу во внутрогосподарчем конкурсе так само отримали Виктор Кудрауский и Игорь Романенко. А кроме добрых работников, агрокомбинат Паўднёвий может похвалиться самой высокой урожайностью в Гомельском районе – 34 центнера с гектару. На сегодняшний день убрано из 2780 гектар порядка 45%. В сравнении с прошлым годом урожайность ниже буквально на 4 центнера, наверное. Ну, погодные условия, конечно, сказываются свое и дают более низкие урожаи вроде. Нам осталось убирать где-то 1600 гектар зерновых. Ну, думаю, погода способствует. В ближайшие дни 10, наверное, планируем закончить уборочную. С працовным подвигом передвеку все летние уборочные по доброй традиции веншовали у поля. Яны отримали кветки, грамоты, подарунки и грошовые узнагороды от районных уладов, керавництва сельгаспредприемства, громадского объединения «Беларусь», а так само областного объединения профсоюзов. У адрес виновников урочистости гучали теплые слова подяки за пленную працу и пожаданий дальнейших поспехов. Федерация профсоюзов Беларуси всегда очень пристальное внимание уделяет при организации уборочной кампании, ну и когда уже проходит сам кульминационный, как говорится, такой период. Это чествование передовиков уборочной кампании. Нет равнодушного человека к оценке своего труда, и это очень ответственная профессия. Главное не подвести себя, свой коллектив, свой район, область и, наверное, в целом республику. И важно это даже придя в свою семью, сказать, что мой труд отмечен, мой труд замечен. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель» з Гомельського району.